Я посмотрела ингредиенты супа доширак, лапши доширак. Пришла вообще в полный ужас. Там одно дерьмо. Там вообще нет ни одного нормального ингредиента. Они все говно. Там и пальмовое масло, и какие-то усилители вкуса, и всякие там номера красителей. В общем, короче, там вообще нет ни одного нормального продукта. Вот собрали все дерьмо, всю химию, всю таблицу Менделеева туда зафигачили и вам продают. Но я вот не понимаю, как человек такой, как Кристина, позиционирующая себя как там гуру здорового питания, тренировок, красивого тела, вот покупает себе такое, ну, откровеннейшее дерьмо. Но вот если посмотреть на ее тело, то можно заметить, что оно в плохом состоянии. Ну, вот свисает вот такой вот жир в подмышках, на спине, на животе, живот как бы выпирает и свисает. Ну и вообще само тело, оно ну, плохо оформлено, скажем так. То есть оно мужицкое. У нее вообще нет талии. Вот прямая линия. Просто ее нет. Такие здоровенные ручищи, очень такой узкий таз. Но жопы как бы нет. И такие здоровые ляжки. Я вот думаю, что может она реально не знает, что она делает. Ну, то есть она вот ходит в этот спортивный зал, поднимает там всякие штанги какие-то тяжеловесные, гири там всякие таскают, ходят в какие-то классы на занятия, где их там гоняют до 7-го, 27-го пота. А результата вообще нет никакого. Ну, результат, прямо сказать, плачевный.